В это воскресенье в Чебоксарах состоится ежегодный фестиваль мыльных пузырей Dream Flash. Тысячи чебоксарцев выйдут на улицы города, чтобы порадоваться наступающей весне и зарядиться позитивом. Мечты не купишь. Под таким лозунгом проходит Dream Flash по всему миру. Мыльные пузыри, как и мечты, недолговечны, но дарят радость и хорошее настроение. Впервые такой парад прошел в Москве в 2006-м. Интересную акцию тут же подхватили другие города России и Европы. И вот уже 7-й год подряд молодые чебоксарцы, одетые в яркую и иногда даже карнавальную одежду, собираются на сквере Чапаева. Затем огромная колонна, выдувая мыльные пузыри, шествует по центру города до залива. Dream Flash – это возможность встретить новых друзей, повидаться со старыми и снова почувствовать себя ребенком. Это праздник улыбок, беспечности и весны.